Прерываем наш выпуск для экстренных новостей. Сегодня в городе на остановке общественного транспорта произошел мощный взрыв, который унес жизни пяти... Обращайте внимание на бесхозные вещи. При обнаружении подозрительного предмета сообщите о находке по номеру 112. Попросите людей отойти от него как можно дальше. Дождитесь прибытия оперативной группы. 30 секунд твоего времени, потраченного на звонок, могут спасти 30 жизней. Будьте бдительны.